Ранее в Искитиме купель делали на берди в районе центрального пляжа. Последние пару лет, как и в этом году, ее не будет. Причина в отсутствии воды. Лед лег на дно, объяснили специалисты. Соблюсти традиции окунуться желающие смогут в Искитимском районе. Будет организовано 3 купели. Село Быстровка, Новосибирское водохранилище, район устья реки Атаманиха. Часы работы 19 января с 12 часов дня до 6 вечера. Поселок Факел Революции, река Каракан, рядом с мужским православным монастырем. Часы работы 19 января с 12 дня до 6 часов вечера. Купели на святом источнике будут работать с 10 вечера 18 января до 10 вечера 19 числа. Для верующих оборудуют 2 места – закрытую и открытую купели. Движение на святом источнике, как сообщает сайт администрации Искитимского района, в период крещения Господня будет односторонним. Выезд будет осуществляться вдоль озера на главную дорогу. Для этого проведут работы по очистке снега. Подготовлена территория парковки для автотранспорта. На крещение будут дежурить все экстренные службы.